Сегодня все двоечники нашей страны вернулись из школы со странными новостями и необычными визитками. Мам, нам сегодня в школе учителя раздали какие-то странные визитки. Они сказали нам, если мы хотим дальше учиться в школе, то нам нужно обязательно исправить наши двойки. Это можно сделать только одним способом. Ты прикинь? Нам нужно позвонить по телефону на этой визитке и записаться на дополнительные занятия. Эти занятия будут в форме игры. Будет несколько интересных игр. И тот, кто пройдет в финал, получит самый главный приз. Останется только один победитель. Он получит все отличные оценки в году. А я учиться, конечно же, не люблю. А играть люблю. Мам, можно, пожалуйста, записаться на эти дополнительные занятия? Пожалуйста, 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 пожалуйста. А это не опасно? Нет, ну это же учителя раздали эти визитки. А, ну ладно, записывайся. Yes, yes. Отлично. Ваше имя? Маша. Даша. Саша. Аня. За вами уже выезжает машина. Интересненько. Спасибо. Ничего себе сервис. Круто. Пойду собираться. Ой, а куда это мы приехали? Что это вообще за место? Это же не школа. Я что-то пропустила? Где мы находимся? Что-то не очень похоже, что у нас тут будут дополнительные занятия. Переодевайтесь, это ваш номер. Это ваш? Ваша одежда. И ваша одежда. А чё, классную форму нам выдали? Худи прикольная такая, кажется, даже бершка. Штаны черненькие. Вообще супер. Приколдесно так. Вау, так тут и не только хорошие оценки можно заработать, так тут и шмотки классные выдают. Ну, немного не люблю серый цвет, предпочитаю черный. Но пойдет. Прикольно. Главное, что все оверсайз. Но единственное, что меня смущает, что мы все в одной одежде. Что это вообще за инкубатор? Всем здравствуйте. Все в этой комнате попали в сложную ситуацию в школе и получили очень много двоек. У вас сейчас есть шанс исправить ситуацию и стать круглым отличником. Кто не хочет участвовать в игре, скажите это сейчас, или вы будете участвовать до конца последней игры. Победит сильнейший. Это будет только один из вас. Впереди вас ждут 6 очень интересных, но сложных игр, в которых вы должны будете полностью проявить себя. И победит сильнейший. Останется лишь один из вас. Итак, приветствуем вас в игре «Кальмара». Первая игра, в которую мы сыграем, это игра «Красный свет, зеленый свет». Когда я говорю «зеленый свет», вы танцуете. Когда я говорю «красный цвет», вы замираете. Кто нарушит правила, тот выбывает из игры. Тют, это вообще детские игры. Ну, посмотрите на моих конкурентов. Ну, сразу же видно, что я выиграю и получу все пятерки. Тем более, посмотрите, какой у меня номер. Вообще отличный. Мне кажется, это удачливый номер. Половину я не поняла, музычку слушала. Половину я прослушала. Ну, что-то сделаю, наверное. Ну, я постараюсь как бы выиграть. Ну, попробую, да. Да, неожиданный поворот. Но хотя конкурентов среди этих троих я вообще не вижу. Я должна выиграть любыми способами. Я могу, кстати, кого-то подставить, что-то там подмухлевать. Надеюсь, все получится. В этой игре мне поможет моя помощница. Начинаем игру. Мы сыграем в красный свет, зеленый свет. Когда вы услышите слова «зеленый свет», можете двигаться вперед. При словах «красный свет» замрите. Если будет замечено движение, вы выбываете. Вы думаете, я дурочка? Я знаю, как выиграть этот конкурс. Сейчас я вам все покажу. Зеленый свет. Красный свет. В
этом раунде все справились, все проходят дальше. Зеленый свет. Красный свет. Странно, в этом раунде тоже все справились. Надо ж с этим что-то делать. Оу, я придумала. Зеленый свет. Красный свет. Вы выбываете. Игра окончена. Я же говорила, что я в этой игре точно не проиграю. И теперь ждем следующую игру.